Всем привет! Сегодня мы установим Windows 2.0.3. Стоп, на сегодня я установил английский Windows XP на ноутбуке Lenovo. Вот, я установил программу Microsoft Virtual PC 2004. Все, Windows XP Professional, Search Factory, я установил английская версия. Так, стоп, давай посмотрим, что же это такая версия, что же происходит. Вот, видишь, Windows XP Professional Search Factory установил, обновлен, сделал сегодня. Так, и вот, About Windows. Windows XP Professional и уже Search Factory. Новая операционная система. Стоп, давай мы нажмем кнопочку Start. Так, стоп, для начала давай мы вставим установочная дискета MS-DOS 6.2.2 русская. Так, стоп. Для начала мы поставим, вставляем дискету. Так, на этом данный приоритет загрузки на Microsoft очень старая, уже я больше не хочу. Вот. Если я хотел... Так, этот... Так, стоп, ставим дискета MS-DOS 6.2.2. Ставим, нажимаем кнопочку Open. Подождать, он должен загружать. Стартинг MS-DOS. Вот, появилась Welcome to Setup. Видите, на эту данную установку очень старой версии является синий экран для установки MS-DOS. Вот, я давно работал. Вот, а у старого, уже очень старого, уже не использовать. Нажимаем Enter. То есть, в данной конфигурации нажимаем клавишу Enter. Вот, это дискета, нажимаем Enter. Затем перезагрузка компьютера. Вот. Видите, он перезагружает компьютер. Стартинг MS-DOS. Стартинг MS-DOS. Подождать, у нас форматируется диска C. Так, видишь, является MS-DOS 6.2.2 Setup, видишь, является надписью. Так, если иногда операционная очень старая, уже не использует, а сейчас новый Windows 7 уже использует. Вот, если нода Windows 7 на лицензионные диски, качественные. Вот, на сегодня мы устанавливаем Windows 2.0.3. Ну, 2.0.3. Подождать, он должен отформатировать диска C. Давай, давай, отформатируй. Так, что, видите, является кнопочка F1. Вы можете нажать клавишу F3, не устанавливая MS-DOS 6.2.2. Вот, вы можете выбрать дату и время. Так, это не надо, это мы оставляем, потому что это очень неправильно. А вот давай посмотрим. Control. Так, здесь тут предлагаемый язык. Так, русского языка здесь нету. Так, ладно, вставляем Unitet Status. И клавиатуры тоже нету. Русский язык тоже нету. Ладно, значит только английский. Unitet Status. Тоже оставим. Так, это на папочке мы оставим. DOS и нажимаем Enter, это ничего не трогает. Подождать, установка займет около минуты. Так, вот. Давай мы вставим дискета вторая. Он должен копироваться, записывается. Так, затем ставим дискета третья. Вот, иногда очень старая версия софта. А Windows XP уже F3 уже устарела, потому что 28 апреля 2014 года уже будет завершение расширенной поддержки Windows XP F3. А Windows XP F2 уже не закончится. Не заканчивается расширенная поддержка, уже продолжит раз. Так, стоп, мы вытаскиваем, вытащили дискету, нажимаем Enter, стоп.
Так, что ж, давай мы сначала мы удалим программу FabDiff. О, видишь, является стартинг MS-DOS. Если он загружается, загружается установка. Давай мы видим команду FD-DOS del, так, del FabDiff.exe. Так, давайте мы перезагружаем там ресет. Стартинг MS-DOS. Затем давай мы ставим диск. Это Windows 2.0.3. Давай мы на сегодня мы занимаемся. Что? На данном установке. На сегодня мы предупреждаем, что на данный вариант установки. Так, найдем дискета. Папочка. Дискета. О, странно. А, странно. Так, чего не пойму я. Это не то, французский мне не надо. Windows 2.0 French мне не то. Так, или найдем английская версия. Найдем английская версия. Так, найдем английский Windows. Так, ищем английская операционная система. А, вот она, диск, это Windows 2.0.3. Нашелся. Вставляем FAT-диск, это. О, видишь, загружается. Так, давай мы вставим пишем. C, Flash, DOS, Flashmark. drb.exe/x и нажимаем Enter. Вот на этом диске вы можете установить только диска А и Б, и вот диск C уже создал на диске. Вот диск я уже создал, раздел жесткий диск очень хотят. Ну что, давай мы видим команду А, так, fata.exe и нажимаем Enter. Вот, видишь, программа установки появилась в конкретстве. Мы можем прочитать на английском языке. Вот, на данной установке нажать клавишу Enter или нажми Continue Setup или Exit Win for Completing Setup. Ctrl-X. Клавишу можно выходить и не устанавливать. Нажимаем Enter. Давай лучше не будем отменять. Вот. На данной установке написано Windows, если то можно накопитель или нажимаем Enter. Загрузочный накопитель. Так. Давай мы будем установить. Так. Нажимаем Enter. Так, это не надо, это не французский, не, и не голландский. И не нидерландский, не французский, и не немецкий, и не итальянский, не испанский. Так, все. И все далее. Нажимаем клавишу Enter. Так, все. На данной установке Microsoft Mouse Book or Serial. Нажимаем Enter. Так, вот. Мы можем выбрать данную установку на Canchi. Нажимаем Enter. Подождали, он копирует. Вставляем дискету BuDisk. И Enter. Так, вот. Display диск. И Enter. Так, вот тип на сетап. Так, видим, страна Украина и России нету. Ладно, значит мы оставим Unitet статус. Так, вставляем диск фонд 1. Установочные дискеты. Вот, десктоп. Application диск. Снимем кнопку клавишу Enter. Ставим дискета Microsoft Windows Write disk is working. Так, ставим дискету. Так, давай мы почитаем в GUI лицензионного соглашения. Видишь, это редактирование написано.
видишь, все, прочитали. Так, стоп, давай мы сначала перезагружаем компьютер. Он должен загружать компьютер. Стартинг MS-DOS. Так, введем команду cd windows bin. О, видишь, опять черно-серый. Ладно, все. Ладно, для начала на сегодня я попытаюсь установить. Еще я буду попытаюсь установить Windows 2.0.3. Все, на этом уже данную установку. Для сегодня я попытаюсь установить. Еще буду установить MS-DOS. Сначала я буду обновлять MS-DOS 6.2.2, еще буду обновлять. Но все, стоп. Увидимся в следующем видео. Благодарим за внимание. Пока-пока.